Николай, ты что демонишь, грязнуля? Ну не демонишь, а ты что хулиганишь? Тоже, это как раз это касалось, да. Кто бесится, демонит и прочее. Ладно, в общем, парни, еще раз. Сейчас, секундочку. Демоноиды есть редкостные. Скажите, пожалуйста, кто помнит, какова у нас интерес, главный интерес, приз на за проявленные всякие крутые штуки, за показатели, какой главный приз? Хорошо, занятие. Ой, надо интерес. Занятие. Вы же одно занятие. PlayStation. Занятия это разные. Бисы поделать. Как? Бисы поделать. Вы, мне сейчас надо, чтобы вы сделали кувырки, колесо, вот то, что вчера я показывал, выскоки с рук, выскоки подскоки. А так можно? Со стойки, кувырок. Да, да, можно, да. По всему месту распределяйтесь и делайте. Все, чтобы что, стоечки на руках, стоечки на одной руке, мостики, выходы из мостиков. Висы чуть-чуть попозже. Самые главные призы это PlayStation, который, я надеюсь, ну всем тяжело достаться, но восьмерым, я надеюсь, они достанутся. Шансы один на хорошие. Большие. Тем более, парни, смотрите, какая штука. Ну, конечно, не совсем считается, если кто-то один будет все выигрывать, он себе их заберет. Да, это не совсем честно. Поэтому надо как-нибудь будет ну, договориться. Я все-таки за то, что кто у нас первый выиграет, он потом и будет участвовать дальше, как показывать, да, мотиватором быть для других. А потом посмотрим, что дальше. Посмотри, он вообще аппарат работает, он вчера тоже не работал. В общем, в чем... Парни, ну вы тоже детвори, Димарик, тоже детвори, возьми мат, принеси какой-нибудь, и классно будет. Вместе будете? Цены же сейчас, ну, жестко, да, взлетели на все. И бумага уже, Петр вчера показывал, прикинь, бумага, которая 500 рублей стоила, 2,5 рубля стоит. Вот набор вот этой вот, снежка или как она там. Стоило 500 или сколько-то, 500 листов, 500 рублей стоило. 300, а сейчас 2,5. А знаешь из-за чего? Вот это вот отбеливатель. И не русский, понимаешь, отбеливатель. Что-то я читал, кстати, где-то про вот отбеливатель. Ну это ладно, парни. Так вот, я хочу дальше продолжить. Главный самый... Сергей Сергеевич, погоди секундочку. Самый главный же мотив еще. Показать, что не то, что мы хитрим, говорим, вот там 8 солнечка, а на самом деле это не 8. Может быть сегодня, кто захочет, может быть сегодня, он тоже сможет. Хочу. И. Я еще принес вторую, показать, что вторую сразу, которую вы не видели, да. Ой, еще и конфеты отсюда вывалили. Особенно связанные с нынешней тематикой. Что это? Посмотрите. Я не знаю, кто это. Я знаю, кто это. Это что из метро что-нибудь? Это я знаю, кто это такой. Что это такое? Кто это такой? Клавдити, короче, какая-то Modern Warfare 3 вроде. А теперь, Серый, вспоминай образ. Может, Николай Дьюти, Battlefield какой-нибудь? Это Battlefield. Это Battlefield, да, это Battlefield. Я тоже хотел сказать, вот не успел. Это или Клавдити, или Battlefield. Какие они разные, да, это рисунки? Это аэрография. Уже две, да. Их 8 штук совершенно разных. Это все аэрография. Это все эксклюзив. В мире таких нет. Да. А я же стойку на руках поставил, да. Нормалек? Поэтому, парни, показатели должны быть вообще идеальны, безупречными. Владян, PlayStation хочешь? Да. Ну, видишь, но надо улучшить свои показатели. Ты тоже хочешь? Так все, я тоже буду состязаться. В чем вы думаете? Мы все будем состязаться. Да, Диман, шансы, возможно, уменьшаются, но... Мы же можем потом козырный подарок сделать, когда кто-то, если из взрослых выиграет, он скажет, ладно, давай детворе передадим. Взрослые я имею в виду за там, 25, за 18, 100% за 25. Поэтому думайте, это вам пока вот посмотреть, порадоваться. Я бы привез бы, может быть, сразу бы все 8 расставил, но тогда слишком искушение будет, что нас просто здесь грабанут захотят, какая-нибудь банда придет, скажет, а? Банда приматов ворвется, да, и скажет, все. Парни, делайте.
Шансы рассчитайте, что надо сегодня, знать, что надо сделать. Шансы 70%. Ну сколько у нас человек ходит, грубо скажем, 10 человек, грубо, сейчас округляем, 10 человек постоянно более-менее. Ну да. Вот фактически 8 потягаются, двое, не, все потягаются, но 8 как бы, да, 80% у нас будет. Поэтому думайте, мне надо, чтобы вы показатели свои, Димарик, ну братан. Ну, конечно же. Про турники я же говорил. Или до тебя кто-то еще на турники залезал? Я плечи. Ты первый? Да. Первый в столе. Давай упор лежа примем. Нормально же. Ну, я попросил. Все, что связано сейчас с полом, с ловкостью, силой и гибкостью. В принципе, Мишаня вот там подыгрывает, да? Только, парень, сейчас смотрите, делаем не простые, не просто отжимания. Мы сейчас один раз отжимаемся. Потом, раз, вот это получается, второй раз отжимаемся и выводим. Давайте по одному разику для разминочки. Поехали, кто счет? Делаем четко, красиво. Оп, молодец, и сразу назад. Один сделали, молодец. Юрец, ты жди счет другого, Владика. Надо в уголке выдержать, да. Три. Считайте, да, конечно. Там три уже. Он хочет три уже. Ну хорошо, Мишань, давай. Кто там, Димарик? Я говорил один. Ты говорил уже один? Я говорил один. Раз. Оп, давай, Артем, аккуратно. Не бодни Никиту, а то сейчас бах. Надо, Юра, пробовать уголок. Два. Че, два? Он хочет два? А можно два? Уголок. Что, тяжелый упражнение, что ли? Уголочек надо подержать? Я все сделал. Сделали? Все, дальше продолжаем разминаться. Пока без турников, пожалуйста. Виды все, стой, перекат, кувырков. Все возможные удержания корпуса на полу, все возможные выскоки, связки можно сделать. Ходьба на руках, Мишань, надо делать. Я понимаю, ты мотив батлклуба наигрываешь хорошо. Александр Иванович, кипяток попросишь, нальешь стакан. Вчера Петр кофе купил. А, давай. Попросишь? Да. Сполоснешь его. Ладно, я. Шахматисты решают, кто там будет. Рукопашные шахматисты. Ты в шахматы в секцию ходишь? Я сегодня четвертое место занял. Молодец. А среди скольких людей четвертое место было? Среди 15? 12. А 12 нормально. Там хоть маленькие, но ударили. Разрядники есть? Мне кажется, что ты не ударился большой. А вы говорили на той тренировке, час разминки нормальные элементы бывают? Да, и на элементы делаем. Но элементы такие, которые, парни, обговариваем. Мне надо увидеть связки. Не как вчера я попросил. А мы посмотрим, два или три, или у кого-то сил на одну хватит. А еще надо, фишка, помните обещание? Сегодня поучить ребят. Склёпки. Да? Вообще. Да, то чем быстрее они...
А так они, ну, их не научат там только попытками, склёпка это только попытками. Аккуратнее, Димарик. Ну, никак понять технику. Техника и еще опять, помнишь же, руки, руки. Там крепость рук нужна. Нет. А как ладошки? А вдруг сорвется? Как? Нет, правда, не нужна. А как же ладони, если по турнику? Многие даже больно им по турнику вот так вот делать, скользить. Я имею в виду про такую крепость. Да, маленькие тоже возьми, у нас еще два маленьких есть. Оттуда, из маленького шкафчика, деревянная и пластмассовая. Да, стойки тоже можно. Молодец, Юрец, а ножки вместе сделай. Ну, там поставь, можно там между перекладин поставить. Пока турники все равно же не очень востребованы. Да. Можно отодвинуть покрышку чуть-чуть в сторону или поставить вообще здесь замечательно будет стоять. Ты можешь матрас убрать, Никит. Им поставить сюда прям точно между перекладинами. Дим, а возьми, пожалуйста, стойки еще одни маленькие из маленького шкафа. Такие изогнутые. Это деревянные, есть еще одни. Нашел? Да, да, да. Тоже может пригодятся. Это эспандер. Для предплечий, да, надо от себя раскручивать, вот так, или к себе, вот так. Раскручивать надо, вот так вот, брать и раскручивать. Да, от себя, либо к себе, да. Это на охват, на сжатие и на всякое такое. Парни, делаем. Владик, разрешается не только кувыркаться, например, разрешается делать и шпагата, можешь ты сделать, попробовать крокодильчик. Ты можешь, например, попробовать выйти в стойку на руках, и сделать кувырок вперед и выйти в шпагате какие-нибудь действия. Диман, только расставь их, пожалуйста, так, чтобы никто из ребят не врезался, ладно? Опс. Да. Молодец, Юр. Нет, ты можешь, тебе надо вырубить. Нет, на мате неудобно. Неудобно? Делай на жестком. Делай на жестком, пробуй. Аккуратно, Юрец. Мишань, опа, ты мостик, да, делаешь переход? Влад, а ты с мостиком дружишь? Ну вот давай, смотри, сейчас порепетируй. Вот такую штуку можно сделать. В растяжку шпагатик. Нет, делай на двух руках, не на одной. Сначала на двух. Владян, на двух. Две руки ставь. Выходи прям на ступни, вставай. Руки опускай, упор в живот. Да, наклончик, пробуй. А ноги надо было сохранить также в растяжке. Ноги также в растяжке надо сохранить. И вот отсюда попробуй сделать. Еще раз сделай ноги. Разведи ноги. Да, ножки прямо. Юрец, не мешайся. И сейчас упирайся лбом. Так же, Владик, упирайся лбом в пол, упирайся локтями в живот. Упирайся лбом, не носом, а лбом. И ноги в шпагате держи, держи в шпагате, держи, 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 молодец. Да, давай. Уже, опа, молодец, молодец. А теперь надо было бы из мостика выйти на ноги, вот так, пшик, кувыркнуться, прям встать. Миш, только аккуратнее, понял? Это тяжело. Ну так надо пробовать. Оп! И теперь ручку одну махом поднимай, руку и на ноги выходи. Нет, Мишань, не, блин, вот братан. Как? Нормальное ощущение? Аккуратно. Этот, аккуратно, Миш. Так-то ничего прям супер больного нет, но надо терпеть. Так? Махом одну руку надо поднять. Одну ручку подними, маши вперед. Вот, давай. Пытайся. А если через бок ты ее сделаешь, вот так, когда на мостике стоишь, чуть-чуть в бок провернись. Оп. Аккуратно, кипяток серый, ты скажешь, ты кипяток несешь. Надо сразу зашел, озвучь, кипяток, не дай бог кто-то обварится. Так, ладно, все, продолжаем. Ложки у нас нет только, да? Кофе возьмешь там? Я думаю, одного или двух пакетиков можно сделать. Это крепко будет. Потому что не шахматист. На одну руку сейчас выходи, Никит. У меня есть ложка, но она столовая. Ну и давай, размешаем. Я вышел на какой-то. Ну давай, делай, конечно. А какой Сергей? Я или он? Тогда говори Сергей Геннадьевич или Сергей Сергеевич, а то мы бах, и оба внимание. Кому ты рассказываешь? Сергей Геннадьевич, да? И Сергей Геннадьевич очень рад. Ну давай, делай.
Юрец, тоже пробуй делай. Я научился делать все с кулака, с кулаком. Ну, покажи. Покажешь? Раз. Оп, и сразу поднял. А без стены ты сможешь это сделать? А попробуй без стены. Так, ладно. Парни, активно делаем, все занимай. Дима, что с рукой? У меня обветрилась. Обветрилась рука? Так быстро шахматными фигурами двигал. Ветер. Опа, молодец. Молодец. Серег, мог бы парней записать, я пока тоже переоденусь. Эти, ничего не проставляя, я проставлю. Просто фамилии здесь и в температуру. Вчера я тоже уходил кофе брать, Петруха записывал. Я возвращаюсь, аппарат не работает. Думаю, блин. Потом Петра попросил, я говорю, Петр, съезди, пожалуйста, я пешком сходил. Вот это хотя бы. Вот это вы что, думаете, вот если кто-то из вас что-то выучит, отдельные действия без связки, это спасет ситуацию? Вы... А. Скажешь так, для самооблегчения, я же могу X-вылет сделать или еще что-нибудь. А ты, который знаешь, соедини в связку, шикарнейшие связки, парни, получится. Вы очень много знаете, но просто вы, ну, реально то ли подганиваете специально, то ли в себя не верите, вот что меня поражает. А это самая проблема, неверие в себя, и самая большая проблема. Наоборот, себя нагнать, чтобы... Надо гнать, надо подгонять. Тем более, веря в свои возможности, надо самому уму, надо уму говорить. Ну-ка, типа, дай мне возможность освоить что-то. Осторожно будьте, конечно. Кстати, Юрец, а где Андрюха? Владик, а теперь постарайся ножки прямо делать. Вот ты молодец, у тебя получается, когда ты ноги враскидываешь, а теперь постарайся ноги прямо и вместе. Прямо и вместе. Да, вот держи, все, держи. Неважно, ты устал, не устал, просто берешь и держишь. Дыши, держи, все. Вспомни маму, бабушку, вспомни все самое хорошее, спинку еще выпрями и держи. Ты можешь качельки поделать? Упереться на носочки и поднять голову. Каратист пришел и этих поругал. Или тэквонист, или каратист-шахматистов заругал. С черным поясом пришел. Мою кунг-фу сильнее твоего. Да я поднимаюсь, и тут никто из меня, кто-то идет. Такой в возрасте уже был. Это шахматист. Там тишина. Ушел, давно ушел, расстроился. А что они ругаются? Может быть, правда, такой был, он за фигуру взялся, и надо ходить. Такое же может быть правило? Конечно. Взялся за фигуру, все, ходи. А он другой говорит, а я тебе показал, что я взялся. Ну, есть еще правило, где, допустим, если ты взял фигуру, поставил, и пока ты не отпустил ее, да. Ты можешь ее вернуть, спокойнее. Пока ты держишь в руке. Я не слышал такое. Я знаю, что просто дотронулся, и все, надо ходить. Куда, не важно, надо ходить. Взялся, ходи. Если ход невозможен, то нельзя ходить. Можно не ходить. Базаров нет, да. Тогда можно тупо хвататься за все фигуры и потом, возможно, невозможно. Не, нам сказали по правилам. Даже, кстати, вот еще самое важное правило, когда вот поставили шах, нельзя говорить шах, а то за это могут замечание как дать или балл снизить. Это типа Сергей? Подсказка как бы, да? Да. Почему нельзя шах говорить? У меня тренер по шаху сказал, что это может отвлечь. В общем, почему-то нельзя. Не, ну забалтывать нежелательно. А да, раньше как-то. Наоборот нужно было шах. Предупреждать, по идее, я тоже знаю, надо предупредить шах. А то он может шаханул, а он, понимаешь, может о другом думать, как бы летать. Оно игра, да, шахмат. Шахмат. Владик, вот сейчас, например, ноги назад вытяни, максимально назад, прямо ножки. Нет, не надо наклоняться вперед. Ножки назад вытяни, носочками встань на пол. Вместе ножки сведи. Тело выпрями. Миш. Артем, а после тебя давай. Тело выпрями, взгляд вверх, не-не-не. Взгляд вверх, спинку выпрями. Ножки натяни, носочки подальше. Терпи. Да, вот так надо подержать. Потом успеешь голову вниз опустить. Сейчас попробуй прямо держать. Потому что дурак
сразу было. Антонов, Фаизов, Михаил. Алексей. Ты сейчас добавлюсь. Не-не-не, я скажу, задача на носочках, стой на ногах. Встань на носочки ног, на пальчик ног. Нет, просто на руки. Спинка прямо. Ножки вместе, взгляд вверх. Во, вот так, держи. Во, круто, да, тоже? Вот соединяй и другое действие. Вообще вот на этих штуках легче всего на руках. Юр. Юр. Парни, чтобы преодолеть страх, мы сейчас поделаем такую штуку. Мы из стойки на руках сейчас будем выходить в мостик. Не, можно еще это по-другому чуть-чуть. Да, можно через бок уйти. Но мы сейчас в мостик будем выходить. Не переживай. Сейчас маты стелите. Сейчас, Иван, погоди, в сторону отложите. Маты вот вы стелите, пожалуйста. Да, да, и стойку на руках. Нет, мы сейчас в мостик выйдем. Сейчас, ну, в мостик тоже можно, но можно еще это. Можно через сторону, да, но нам для преодоления страха необходимо вот это действие. Положи, пожалуйста, постелите каждый себе мат, подготовьте. Сначала просто качнули мостик на плечах и на руках. На плечах и на руках, да, сначала мостик качните. Дим, вместо, да, поделись. А ты можешь, Мишань, ты можешь в другом где-нибудь месте, если вдруг тебе не хватает. О. Сначала на плечах, Юрец, аккуратно. Сначала мостик на плечах, на голове и на руках. Кто билетики принес? Да. А сегодня какое число? 26. Я должен купить опять одуху. Ну бывает, сколько у тебя занятий по билетику осталось? 3. А можно сразу? А, ты еще ни разу не использовал? Можно сразу делать? Нет, подожди. Сначала мостик прокачайте на плечах, на голове и на руках. На плечах, на голове и на руках, да. На плечах делал, Никит? Нет, еще. На плечах, на голове и на руках. Ноги распрямляй, таз выше тяни. Я? Все. Ну вот эту штуку лучше. Вань, Вань, может, ты снимешь вот этот браслетик? А, у тебя нет, железный, чтобы, все, братан, сними, я вчера мне не показал. А что это такое? Ткань не, просто? Не железный никак. Блин, может, на всякий случай. Да, давай по технике безопасности. Да. Я просто вчера мне что-то показалось, блеснуло так. Кольца, вот эти браслеты, опасно, все это лучше. Конечно. Даже желательно цепочку тоже снимать. Вот кто-то молодец, Димарик снял, да, цепочку? Просто мешает. Ну, а еще и так по себе опасно. Сделали, да? Да. И вот теперь давайте пробуем такое действие делать. И стойки на руках, и, соответственно... Ладно, пойдем. И стойки на руках. Андрюшин. Вообще можно даже сделать что по-другому. Например, ставим вот так. И можем вот так тренировать потихонечку у стены вот такую тему. Виктор, да? Либо потом уже страх перебороли, все, вот сейчас то, что будем делать. 36, надо 5. Сразу вот так ноги подгибать. Можно тянуть носочки. Получается таким. Опа. Вот таким макаром. И потом, про что я говорил, Мишань, можно вот так подняться. Поехали. Маты, чтобы страх перебороли. На матах пробуем. Да, тебе надо... Да, все правильно, тяни в противоположную сторону. Получается вот так. Ты ставишь мостики, ну, грубо скажем, поднял ручку, вывернул. Можно. Тебе надо вот сюда. Комнату, знаешь. Я вроде схватил. Да. Чуть-чуть так.
Все можно. А он Мишу пропотел вовсю. Для этого надо ручки и ножки, чтобы кого ближе звать? Находились. А ну, не уже всех. Пробуй. Ноги сразу, да, выгибай, сразу, да. Пробуй. Пробуй. Иван, аккуратнее. Нет. Пробуем. Вот так надо, да. Вот так будет круто смотреться. Удержать. Иван, прогиб больше всего. Если, например, не получается сразу здесь, попробуй сильно сделать. Капшин поможет. Парни, еще раз посмотрите, пожалуйста, которые действуют у стены. Сейчас, секундочку. Поднимайтесь. Вот смотрите, расстояние далеко. Я примерно рассчитал длину своего корпуса тела, чтобы можно было сюда попасть. И сначала ступнями, потом коленом. Зачем? Что происходит? Поднимаю, облокачиваюсь. Да? Вот смотри. Раз. Раз. Прогиб есть? Да. Вот я для себя просто ступни от пола далеко. То есть я понимаю, что какое-то расстояние есть. Вот я это просчитываю и потом делаю действие. Я уже понимаю, ага. Я могу прогнуться, удерживаю, потом надо дать свободный подъем. Падаю и все. А прогиб сохранять надо. А вы как бы прогиб не сохраняете, вы плашмя падаете на спину. Вроде в руки встаете, а потом хоп, и плашмя падает. Надо прогиб сохранить. Поехали. Мишань, место найди себе, чтобы никого. Да, 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 только в руках надо держаться. Так, Артем тоже встал. Давай, Иван, тебя подстраховать? Нет. Прогиб сохранить. Я встал. Типа того, но видишь, что этот мозг ставит. Он больнее, тогда его больше по голову. Дима, надо. Хорошо, пробуй по-разному. Вот так нужно сделать, да? Чтобы не ускользнуть. Владян, получается? Да, я на голову упал. Где рука? Парни, поэтому надо на руках держаться. Мишаня, аккуратнее. Прогиб. Вот смотри, какая штука. Ты знаешь, как делать? Во-первых, сильно маски даешь. Вот я сразу, у тебя кувырок больше выходит. Во-вторых, у тебя получается, ты плечи и руки прямо в спину пытаешься, да, на прямой спине сделать. Вот как ты делаешь? Вот! Так падаешь. Вот так, понял же, да? А надо тебе вот здесь сделать прогиб. Вот здесь он должен быть. Чтобы это получилось, разгон большой не бери. Если переживаешь там что-то, ну, удариться или завалиться, пробуй с места. Раз. И сразу ноги прям к себе подгибай. Сразу к себе подгибай. И отсюда прям вот ручки я вывину. Ноги не бойся, гни через спину к рукам. Парни, делаем, пожалуйста. Если кто устал, отда. Да, 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 мы слышим ты прям. У тебя наш получился в этом. Как он стоп. Вляк может получиться, да, резко так подрыв делается. Я помню, типа того, да, и вперед. Ладно, сейчас смотрите, хорошо, чуть-чуть на спину поделали, еще по разику, Димай. Ну нет, ты перед там кувырок делаешь. Я понимаю, меня. Да, 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 ну прям ноги слишком нормально. Да, я прям усилился. Слишком подогнул. Парни, пожалуйста, сейчас повернитесь лицом к стене и отойдите от стены на шаг. Бетонка вам не страшит, Димарик? Подвинь, пожалуйста, плиты. Ивана попроси. Нет, ты что, Диман? Нет, Анатолий, ты что, Димарик? Ты после шахмашек подгоняешь? Да. Ты физически, ну, те плиты, зачем их подвигать, если у нас есть маленькие, да? Все, смотрите, сейчас вы ходите стойку на руках, не у стены, а ногами касаетесь стенки. Вот как раз шаг от стены, вот вы его отмеряете, и выходите стоечку на руках. Давай, Михаил. Ну, давайте по очереди просто. Вы все вместе, да, боитесь? Артем, теперь ножки опусти, близко коленями коснись. Да. Ну близко, ну вот, коленями коснись, да. Коснись. Упрись теперь, все, прогиб сделай, стой так, молодец.
Поехали, парни. Никита. Вот этого я боюсь. А чего, упасть? Покажи еще раз, как ты сделал. Ну, а зачем? Вот здесь задача живот-спина. Живот-спина делает. Смотрите, парни, еще раз показываю. Как присутствует. Не надо прям себе в баран так вот, ну, лететь. Чем вы сейчас вот лучше, спокойнее, это красивее сделаете, тем, ну, тем лучше. С этой демантой сдвинул. Так было? Так было? Примат, да? Надо найти всегда крайнего, кто виноват. Нет, это мне казалось, ты сильный, вместе с ней фигник и подвинул. Просто взял вот это. Потом поправим. Смотрите, парни. Вот шаг. Раз. Ручки поставил. Спокойненько. Видите, у меня хватает длины. Спокойненько, одной ногой я контролирую. И стою. И сразу можно. Нет, допустим, можно, но здесь мне мешает. А, стена, мне здесь неудобно, я как бы упор. И потом отсюда мы можем научиться, когда в мостик, выходить обратно на руки. Условно, у нас хватит потом силы спины и живота, что мы ставим в мостик и выходим не через ноги, поднимая руки, а наоборот, упором в рук, мы ногами, оп, и кувыркнулись. То есть можно выйти в мостик и сразу обратно. Поехали, стена, Дима. Стоп, парни, Иван. Оп, снимали. Поехали. Юра, у стены, Владик, у стены, Миша, у стены. Страшно у стены. Страшно? Страх надо прям перебороть. Я тебе пойдем, я тебе помогу. Слишком близко, да, встал. Почему? 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 Давай, давай. Ну, получается? Давай ты сюда парня на подстраховку. Ему тяжело подняться, ему трудно на руках удержаться. Миша, получается, а я сюда. Кто его? Урок? Нет, это у стены что еще сделал. А я не заметил. Еще едет нормалек, парни, если вот кто-то переживает, вам. Не бойся, я тебя держу, ты не пойдешь. Если кто-то переживает, научись поддерживать. Не, ну не, нормально. Скажи, когда забилка не уберется. Да? Прям, давай, это подготовка к выходу стойки на руках, в мостик. Одно колено, держись. Сейчас я к вам присоединюсь. Держи, все. Голова болит. Следующий. А у меня голова болит. Следующий, Дима. Следующий. У меня там такое удавление, понимаете, я сейчас слышу. Ты чё, Дима, хорош, ты чё, вставай, брат. Мутного, да, вылавливай, потому что прогиб идет серьезно. Ну, еще, я тебя поймаю, еще. Чё ты на камень? Еще. Подальше, встань, Юра, вот, да, вот так. Не бойся, нормалёк, стоишь. Сейчас, вот, да. Еще и мне все. Один чихнул, один мне все. На той стороне, пожалуйста. Чтобы мостик. Ты здесь хочешь, иди сюда, иди покажи. Давай. Качай, ну, близко, Миша, близко. И вот так вот. Вот смотри. Упор. Давай ножки спокойно произведи. Наклон. Колени до стены. Прогиб. Коснулся? Давай другую ножку ставь. И теперь поднимайся на верхнюю стене. У меня просто башка начинает давление. Оп! Давление? Следующий. Не знаю, просто башка. Это нереально трудно. А у меня я прям... После этого, ну, как я постою, на руках голова болит. Коснулся под коленом, не бойся, я тебя держу. Ты-то завалишь, ты опять в сторону, тихо. Вот я про это и говорю, поднимайся, об стенку упор, ногой, ногу поднимай. Ногу поднимай, упор об стенку делай, ногу подними. Ногу подними, братан, подними ногу. Да я спина, блин. Эй, красавчик. Да я спина, блин, я не могу. А теперь вперед, спина, сделай. Да. Со спиной у тебя что, почему болит? Какой-то, ну, сломанный. Со спиной. А сейчас надо лечить. С копчиком. Надо лечить. 15 минут лечить, иначе это потом будет не может казаться. У всех получилось, парень. Давайте, пожалуйста, сейчас Сергей Сергеевич. Ты сейчас сделал? Нет, я вам сейчас скажу. Давай, попробуешь? Сейчас смотрим, потом показывают все, как они сделали. И переходим дальше.
Сейчас, секунду. Ножку поднимай. Нет, сколько сможешь простоять, молодец. Может, еще отжаться сможешь. А потом это все можно увидеть без стены. Ну-ка, воздухе. Подождите. Надо снять. Отжались. Отжался? Серьезно? Да. Можно я давай. Ну, а что там отжался? Ну, наклон сделай, наклон сделай вперед, наклончик вперед. Нормалек, нормалек. Попить и мыться в туалет.